7 октября с 8:00 до 15:00 в Орске на Комсомольской площади пройдет городская ярмарка. В это время ограничат движение транспорта на следующих участках дорог. На участке от проспекта Ленина до улицы Кутузова между драмтеатром и Сбербанком. Между зданием администрации Орска и драмтеатром. На участке от переулка Театрального до переулка Хрустального.